Я нашел книгу вот Чернышевского «Что делать?». Долго искал, я потом расскажу. Самое интересное, что вот печать стоит и дата, когда она зашла в библиотеку. 15 июня, а книга 1953 года. Это день рождения и год рождения Си Цзиньпиня. Это его любимый автор и любимая книга. Если вдруг... Владимир Ильич, а вы в Китай собираетесь видеть? Да. Владимир Ильич, я тогда Илья Антон Эдуардовичу или Дмитрию Сергеевичу передам книгу, ладно? Хорошо. Китай – это сейчас ключевой, ладно? Да. А про Эрдогана я говорить ничего не буду. Спасибо вам большое, Владимир Ильич. Спасибо. У меня планируется визит вот в мае. Я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу. Он крепкий руководитель и мужчина настоящий. Поэтому вот это шутки шутками, но действительно, это, если это так, он любит книжку, с удовольствием отдам ему.